С нами игрок из ПБГУ Дмитрий Жабин. Дмитрий, поздравляю с забитым мячом. Скажи, пожалуйста, чего не хватило команде, чтобы дожать этот матч до победы? Ну, не хватило, наверное, немного самоотдачи. Надо осталось совсем немножко, чтобы дотерпеть. Но, наверное, раньше времени расслабились и подумали, что уже выиграли матч. Почему не удалось забить в предыдущие два матча? Ну, где-то не везло. Ты один из самых молодых игроков не только команды, но и турнира вообще в целом. Скажи, пожалуйста, тяжело ли тебе играть с такими возрастными ребятами, которые уже, ну, явно более опытные? Да, бывает сложно играть, особенно с ребятами, которые габаритнее, мощнее меня. Ну, и тут намного выше скорости, чем в детско-юнском футболе. Ну, вообще этот опыт для тебя полезен? То есть ты сейчас все-таки в другой немного возрастной категории играешь. Поиграть именно на таком уровне и в плане габаритов, в плане возраста. Чем для себя это полезно? Ну, я, конечно, привыкну играть уже более жестко, более быстрее, сближаться с мячом и думать на поле. Все, удачи в Крыму, спасибо.